Когда мы спорим о Минских соглашениях, нужно четко понимать, зачем их заключали. Задача Минска была не в том, чтобы вернуть Донбасс. Задача Минска была в том, чтобы дать Украине передышку. Ту самую, которая нужна была нам после Дебальцева. Минские соглашения подписывали, чтобы сократить потери, чтобы выиграть время для перевооружения и реформ. Они нужны были для того, чтобы поставить активную фазу войны на паузу. Можно, конечно, отказаться от Минска, но это приведет лишь к отмене санкций, тех самых, что сегодня привязаны к этим соглашениям. Можно заключить новые договора, но Россия не станет их выполнять, точно так же, как она сегодня не выполняет действующие. Эти соглашения попросту выиграли нам время. Пока армия держит внешний периметр, у нас есть возможность менять страну. И если мы не пользуемся, винить нам нужно только себя.